Вот с руки он столько не ударит. Да, что ты лжишь? Я со снятыми пушками с руки ударяю по 7, по 8 тысяч, если меня не законтролят. Я подхожу и просто с двух ударов отнимаю роги 2/3 хп. Это просто кулаками. Контроль в любом случае нужен. А если пушка, то это ваншот сразу. Как Чашка, рарника просто... вообще можно проебать? Там две частицы на нем, там щит земли на нем шаман поддерживает. Или как? Как вы играете? Хуй знает. На рарника две частицы и щит земли, чтобы был еще. Чтобы он Слушай, не сдох. может притона поменять? То, что у него что-то с интернетом постоянно вылетает, а он там есть, кто может пойти. На фласке там кому войду обмен давайте. Этот самый... Ну давай притона поменяем. Друид инвалид, ты тут? Твой триумф. Короче, друид инвалид, ты видел, что делать? Да, видел. Так, притон, портуйся в Долоран. Духов, главное, вот этих ебаных не хлопни. У тебя стоит хуйня на духов зеленых? Патч. Графический патч. Или как он там называется? Только не говори, что не стоит. Вы их не просто катите, вы лучше с рейда убегайте вообще, чтобы они просто с рейда вылетели от вас. Да там 20 метров отбегаешь, он, блядь, 5 секунд бежит и останавливается, исчезает, блядь. Да нет, только там он зубра пишет, видишь, если вам нужен жесткий ршам, может, его лучше взять? Я к вашим услугам. Он написал, ищи в другом месте. Бетон, они не отдают. Короче, бегут, и если ты у них на пути стоишь, они тебя шотают. На пути, ты хоть, блядь, в него 10 тысяч раз пробеги, блядь. Если он не на тебя бежит, он тебя не шотнет никогда. Нихуя. А что там, Ашам есть, который хочет пойти? Да, он забыл. Не надо рассказывать. Может, меня на замен тогда посадить, я поем пока. А его возьмете, если он хочет. Давай, поешь. Я знаю, что это такое. С работы пришел, не поевший пиздец. Злой, голодный, да? Друида, инвалида, с ума не забудь. Мне куда, что, сову или дерево? Ты... Можно и почилить. Ну давай, давай в дереве будь, три контроля есть. Я хуй знает, советы особо не дашь, наверное. У тех совы получше. Есть там сумонти? Портанулись там пацаны? Дали вы им портал Эйя? В Долоран там куда-то? Да, я-то пахнул, слушай. Еще на второй фазе фанатики больно бьют что-то. Конечно, больно. Мне 18 тысяч въебал. Палатам. Не-не, но второй раз, когда X2 за то же самое, это проверенная практика, нормальная. Люди быстро учатся. Люди могут просто психануть и все. Люди дохуя чего могут. Они могут лайпаться на этой параше, а могут убить, блядь, с первого трая, нахуй. Поднапрягшись, блядь. Не хлопнув духа, да, там, блядь, кое-кто, блядь. Вы, ребята, здесь не ДПСьте босса, вы трэш сначала слейте, вот прям стоит перед некоторыми трэш, вот в упор, они просто босса херачат. Как всегда. Помогите тем людям, кто бьет трэш, убить трэш, и все. Трэш приоритет всегда. Просто там такая, вот сейчас я нон-стопом бил трэш, он нормально вроде заливался. Меня в контроль кинуло 6, 5 вот, или 6 раз. Я говорю про что. То есть я в контроле, трэш просто бегает, живой, и все. И... Вот ну, я да. Про это и говорю, что если контроль будет, как бы трэш будет жить. Топа, ты что там, релогишься? Заебал уже сидеть на этой ебаной говне, на этом, на леди обоссанной, блядь. У него свет отрубил. Пизда, блядь. Фласки кончились. Притон тут? Да, но меня дропает, блядь, каждые 10 минут. Бля, заебала эта хуйня. Гримзол хавать ушел, блядь.
Да ебать его в рот, нахуй. Я еще не ушел, если надо, я и вернусь. Вернись, это самое, побей в этом, в Элиме. Хорошо. Этот, кто там топа света вырубил у него, блядь. Ну, зайдет он потом, пойдешь. Сумните, тык. Давайте фулл баф. А чё вы тьму бафаете постоянно? Вы по КД будете бафать? Снимите тьму, блядь. Лапка пускай останется, она не помешает контролю. Он характеристики дает хоть хп. Мешает. Это всё хуйня, там 50 резистов или сколько там, блядь. Ну, если не с первого раза, а этот всё фернуть, то бывает такое. Все готовы, да я чё? Сопроты пролетают. Давайте, блядь, разок сыграем нормально, блядь. Ну, сейчас, блядь, шаманы, нахуй, как вставалки заюзают, так и убьем сразу, блядь. Блядь, на второй фазе рарника не проебите хилы. Все смотрите 5 хилов, чтобы он не сдох. Пизда, блядь, что это за хуйня? Акису фулл баф, каску лапу быстро баф. Он приверженец там. Фанатик кливает, если что. Смотри, не поворачивай его на миликов. Блять, квадрат, блять. Я освобождаю тебя от проклятия плоти, мой верный слуга. 3 секунды до трэша, и они бегут босса бить. Да ебаный моб, хули он туда побежал? Ну, ешь мобов. Контроль сейчас будет. На, заебись, вылетел. Кто? Друид. Эрдрум. Сука. А, на улице будешь, да? Угу. Я ебал, блядь, эту хуйню нахуй. Скиньте звездопад на совах, пожалуйста, пиздец больно. Короче, моб нахуй стоит, ему похуй. Лужа была, блядь. Два моба, короче, с щитом отражающим. Он уже вот взрывы кастует, вот этот усиленный, могущественный, блядь. Помогите там, блядь, пару доток киньте. Пока щита на нем. Следующий трэш. Блядь, просто если еще стопать, времени столько проебем. Контролим. А, придется стопать, хуля. Все, трэш добили. Подбиваем босса. До ляма там, до 800 тысяч. Трэш 5 секунд. Все, стопайте по боссу. Вышел трэш. Контроль 5 секунд. Переведется тот. Пока что 200 тысяч. 220, 197. А уешьте трэш. Контрольте людей. Я пошел на босса. Переводите босса. По трэшу только больше уешь кидайте. Все, новые 3 моба. Сразу трэш. 3 моба сразу убейте новых. И потом на босса. Да и давайте Геру сразу. Незыбку дал. Но с хилами проблема, речните хотя бы, да. Давай, рви стресс и в леди дух бежим. Рвист фарла ресы. Блять, почему фарла падает так? Идар ему давай.
Бидон, ставь тотем, высадим на ману. Разъебали просто уешкой. Спирита рогу, блять. Синтек, выйдешь с контроля, реснешь спирита. Бежим от духов. Да, от духов, леди, леди, бежим. Спирита захил. На пулы на Лингрена. Лингрена там не видно. Мистери раскол. Вмешательство по Гримзолу, по Песа. И я что-нибудь нажми какую-нибудь хуйню. Вот, вот сейчас так захильтесь. Все, просто бегаем от духов. Все, рейд весь живой. Просто надо ману еще резать вам. Бежим. СС, давай по Вадикону. Бежим от духов. Блять, не убейте спирита, сука. Следующий на пул и на Войда. Бежим, милики. На следующих духов я, наверное, сокру. Вот на вот этих. А подальше уже ПКД на свое усмотрение. А фарла после этих. Вот на следующих фарла дашь, если есть, конечно. И дальше на свое усмотрение. На духов давайте. Вон, давайте. Так, забрал. Контролим. Расфиряйте людей. Не убейте их историю только. Убили нахуй. Сука, да как так нахуй? Вообще похуй, да? Вадикон лежит. Захильте его. Встанет. Сейчас пройдем еще раз его, блядь. Резь их историю. Так, незыбку дал. Фулл баф, каску лапы, пристабаф. Обновите по людям. Кулаки по хистории. Бежим, духи. Сейчас новые духи появляются. Вон сзади появились. Бежим. Бежим, бежим. Не убейте, не убейте. С трэшем нормально там у вас? Бежим от леди, духи. На пулы на Лингрена. Бигдем на Угу вмешательство. Блять, прям. Прям в этом. Захильтесь, захильтесь. Хините себя какой-то флешкой, вспышкой, блядь. Сука. Бежим от леди. Два духа. Массакра Лингрен есть. Я уже отдал. Ну и все, давайте там по КД. Миловица, зови собаку там, давай гейм на ману. Бежим, от леди дух бежит. Собака у меня уже в КД, гимны на ману, я слила, когда очередной фул контроль пробегала. Бежим, бежим от леди, дух один. Все нормально, куда-то туда бежит. Все, следующий на пулы на Войда. Синтек, нахуй, пизда, блять. Друид инвалид, контролишь, помогай контролить. С формы выходишь, контролишь. Трэш, три моба пришли вон возле леди, ебаните. Пару доток закиньте, это... Духи, бежим, возле леди дух бежит. Ой, возле трэша. Взрыв духа, нахуй. Имя, имен. Минус 5, нахуй. Играем, нахуй. Контролим, дайте эфир. Ёбаный в рот, нахуй. Верните сову, блядь. Пиздец. Я хуею, блядь. Спиритс. По боссу побольше. Дайте инер. Ай, на ВН, пятая группа. Манна. Что там, Вадикон? Уровиста КД. Он трэш неубитый нихуя стоит возле рарника. У босса еще 24 ляма. Пусть топнут по боссу, трэш зальет. Трэш залейте вот этот. Вот он так бесконечно будет стоять, рарник сдохнет еще раз. Ясно, да, я да. Понял нахуй, я понял, блять, ложимся. Он прям в трэше резнулся, дух. Да. Ну типа, обил. У вас же патчи стоят эти зеленые. Да, он прям во мне резнул, он появился. Я пошел трэш бить, он по-моему во мне появился. Фарла два раза уже насчитал, имя имен один раз, история один и фарла два раза. Или что, или имя имен, а, да, вот имя имен.
Ложитесь. Хлопок минус 5. Заебись, да, играем? Мне тоже нравится, блядь. Парла 2 раза. История 1 раз. И имя имен. Охуенный босс. Хлопнул духа, вайпнулся рейд. Лежит один челик. Хлопаешь духа, 5 лежит. Нормально, да? Так и надо, блядь. Игру сделали, чтобы на этом боссе сидеть, ребята, блядь. Ты 2 раза фарла дал. Ребята, что с контролем? Я одного духа хлопнул, и то потому, что поднимал танка. Ну, у меня 2 пишет. Там даже время где-то есть. Вот 11 минут история. 11.29. Одного взорвал, а второго ты взорвал в 10.47. Полминуты разницы, там, минут, секунд 40 разницы между духами. Духи появляются каждые 10 секунд. Вот вы эту хуйню понимаете вообще? Что это, блядь, ну, босс, постоянно двигаешься. Контроль, бегаешь от духов и все, и бьешь трэш и босса. Там ебать, там бить надо, пиздец, как попиздело дошкой гладить, блядь. Там этих мобов, у вас 25 рыл ДПСеров. В этих мобов один плюнул, другой плюнул, блядь. И все, мобы рассыпались. А вы забили хуй на мобов. Они 2 щита повешали, стоят, блядь. Рарник стоит, блядь. До следующего моба, до следующего трэша на противоположной стороне 15 секунд. Мы стоим, нахуй. Хуярим. 5 тел лежит, блядь. Все заебись у нас. Спотыкаются вон люди. Ну ботинки сними, раз ботинки неудобные, нахуй. Может, спотыкаться перестанешь. Кто там топ? Позашел, нет? Войт, ты 2 раза фарл ГП кинул. Ну смотри, так он 2 духа хлопнул. 2? Да. Рекорд. Ну за один трай, да, 2 раза. И да, ни одного да. При этом не убил. Где ты так стоял, что ты не убил ни одного? За бочинки. Возле лестницы, где леди спускается. Тебе фростболт прилетел, рядом дух оказался и тебя взорвал, да? Так? Ну, до первого, наверное, на второго я просто поднимал рарника, потому что рядом никого не было. А ты бабл там не отдавал? Выбора. Отдавал. Бабл я отдавал, когда ты сказал массакру отдать. Нихуя сложного на боссе нет, блять. Все одно и то же, прям 3 механики одно и то же по кругу крутится. Вот прям пиздец. Просто повнимательнее играйте, блядь, и все, и сразу вы поймете, блядь, что это пиздец. Изи босс, блядь. Поснимайте молитву. Черную магию снимите, блядь. Песок, миловица, что вы бафаете, блядь? Бафайте просто хп опять. И дух. Спанну дальше уберите. Да можете и лапку убрать. Лапку, я говорю, она не критичная, блядь. С лапкой играйте, блядь. Но если аддон снимает, то похуй. Я не снимаю, нормально. Контролится все с лапкой. Вадикон. Вадикон тут? Да, тут, но не тут еще. Тут, но не тут? Пиздец. Но оно меня запускает, пиздец, как долго. Я хуже, вроде загрузилось, все, сейчас профризит. Не, у меня тоже такая же херня пока, там, секунд 15. Так у меня 15. Нет такой херни, как бы, я только сегодня охуеваю от этого. А, не, секунд 15 в начале, короче, там, какой-то пинг по полторушку. Потом через секунд 15 проходит. А в прошлый раз мы не убивали так, что на второй фазе тех, кто бьют звездочку, бьет сторона, короче, свой трэш. Тех, кто там печеньку ромбик, они там свой трэш. Ребята, сказано же было, трэш приоритет. Если ты стоишь рядом, и с тобой рядом трэш идет, ну почему бы тебе его не побить? Зачем босса лупить? То убей трэш, и все будут у босса лупить. Не, ну я как бы всегда трэш бью. Я редко. Все, и проблем не будет. Трэш слит, как бы все отлично. Он не живет, он не дамажит по рейду. Все. Вы свободно будете бегать от духов. А вам здесь получается сложнее еще ну, бить. Вы бьете босса, бегаете от духов, и трэш еще может на вас прийти и в лоб вам дать.
Этого дропает, того дропает, блядь. И отбегайте от игроков, которые законтроленные тоже, как от духов, а шарахать из этих. Особенно от меликов. Ну, а только в мир убегайте, а то я видел, что вот на кису бежит за ним человек МК. Он его павел через всю стенку, я за ним бегу, блядь, хуй догонишь, чтобы дать вихрь ебану. Вот этого видео через стенку, через столбы, блин, еще чуешь, ну пипец. Да выкин. Помехи очень сильные. СС есть у всех? Нет, у меня ШКД 5 минут. На ком-то висит СС? Имя имен есть СС? На синтеке. На синтеке. Все хорошо, дает черт. 5, 4, 3, 2, 1. Давайте убьем. Золотые а слова, блядь. Я разрешаю убивать босса. Ну все. Неужели мы неделю сидели просто так? Мы же ждали его убить по-быстрому. Взрыв кастуется нахуй, а у меня нечем сбить. Били, молодцы. Контроль чародея. Не вижу, да, вихря на святости. Что там на нем было? Друид инвалид тоже расчехляй вихри себе. Если совы в контроле, сову контролишь вихрем. Надеюсь, ты это сделаешь в этом в хиле. Да что ебаный этот пидор побежал туда, блядь. Так, я фанатика тут привел, сейчас спиной к вам повернул. Контрольте. Страх. Там фанатик по рейду бегает, людей там убивает. Страх, танк загнали. Ну добейте его. Диспелите его, блять, он хилится. Кливом раз ёбнет и все. Диспелить может там, вон там, элемы и пэса. Два элема там есть. Трэш новый вышел. Контроль сейчас будет. Ну тоненько. Не зауешьте людей своих. Пэса не зауешьте, сука. Не убейте его, блядь. Бейте, бейте сильнее по боссу. Секунд 5 сверху лишних побейте, мы больше выиграем на второй фазе времени. До ляма доводите. Сейчас еще трэш выйдет через секунду, еще бейте босса. Еще бейте, бейте, дотайте его сильнее. Вот, еще 5 секунд побейте, еще полтора ляма. Блять. Все, свичаемся в трэш. Трэш свичаемся, зергаем трэш. И контроль сейчас раздаем. Вот этот контроль переждите, не убейте никого в контроле. Равник, заберешь с меня этого фанатика. Ага. Все, в ромбике зауешьте мобов. И все, по боссу остальные переводим. Все там, зауешь. 300 тысяч переводим. На войда готовим на пулы. 200 тысяч, быстрее. Ну переводите. Ну, блядь, 5 секунд до выхода. 100 тысяч. Кашеный фанатик. Убивайте везде. Теперь. 3 моба убивайте. Так, на первых духов дам незыбку, как обычно. Там начинайте. Вот мобов добейте и все. Геру давайте. Дал незыбку. Хуярим изо всех сил. Бурсты все даем. Все, контроли дали фиры. Людей расфиряли этих, не убейте их. Сука. Ёбаный в рот, нахуй. Вот, блядь, нету слов просто, нахуй. Кончился контроль. Взорвался дух, ровист, блядь. Духи, духи, бежим. Синтек, ровиста, ресы. Ровист, мистери. Акиса, вставалка есть? Нету. Так, давай, ровиста. Под хлопок не встань. Не хлопать духа, бежим. Ровист, мистери. Бежим. Через минуту. На пулы, на Лингрена на пулы. Контролим трех людей. Бежим от духов. Все по КД одно и то же делаем.
Зубрджин лежит. Вставалка есть? Милик. Зубрджина захил. Бежим, милики, отсюда уходим. Дух там. Блядь, испыльте жабу, да. Испыльте жабу, проклятие. Маги, нахуй. Друиды, блядь. Spirits. Так, последний БР у нас Вадикона. СС есть у кого-то, Локи? Откатился? Минута. На Вадикона вешай. Бежим, леди, от леди духи. Два духа в леди бегут. Еще один на пул на Лингрена. Контрольте трех людей, не убейте их, сука. Страх закинули танка. Вадикон по друиду инвалиду. Иннер. БР. Духи на лестнице. На пулы на Войда. Тотемы ставьте все, этот бидон ставь тотем, Песа гим на ману. Помогите трэш. Где там добили, нет? Ниже. С лестницы, со звездочки. Главное рарника не брить. Частицу на рарника вторую сдайте тоже. Я не сдохну. С лестницы. Бидон вылетел, блядь. Ферряйте людей, не убейте, не зауешьте их. Пизда, ебаный в рот, нахуй. Бежим. Друид инвалид. Бежим от духов. Дал не зыбку. Значит, друид инвалид. Ресай ауго. Бежим от духов. Прям в два духа в леди. Бежим, не схлопните. Блять, да имя имен нахуй. Ну как так, блять? Встаньте, по разряжене встаньте. Ну зачем ты хлопаешь? Да не вижу нихуя. Так встань там, где видно будет, чтоб там людей не было, чтоб ты видел. Бежим от духов. Эй, я убитый маг, нахуй. Друид инвалид. Уёбки, блядь. Все понятно. Да все, не БР, не БР, не надо меня БР. Ложитесь, нахуй. Друид инвалид, ты пока БРнешь, нахуй, мы вайпаемся, блядь. Минуту БРа нету, блядь. У меня контроль кинули. А, понятно. Так, ну Гримзола не считаем. Что там? Биг Дэм миловица, правильно? Да, когда все упали, что нет. Spirits. В смысле, когда все упали? Вы вместе с ним хлопнули. Там разница 5 секунд. Хлопнул Биг Дэм, упало 10 человек. Как коснулся, если по уреде лежит. Ты хочешь сказать, ты могла отбежать, но не отбежала, потому что по уреде лежит, так что ли? Могла отбежать. Я понял, блядь. Понятно, блядь. В смысле, там же... Там разница... Там разница в 2 секунды. Ты хочешь сказать, ты за 2 секунды поняла, Биг Дэм хлопнул 10 минут? Слав, ну у меня слова в хил... глаза в хилботе. Как думаешь, вижу или нет? И от этого надо не отбегать, да, типа? Понятно. Блядь, да закинь ты мне 500 гп за вайпрейда. Ну что ты, мне пофиг. Всё понятно, понятно, блядь. Биг Дэм, имя имён, блядь. Вот покуда вы, блядь, будете это, не отбегать от духов, так мы и будем нахуй ложиться, блядь. Челик взрывает, минус 10. Нормально, да? Блядь, надеюсь, вы это... Ну... Проблема не только в духах. Не только, да. Проблема в контроле. Причем и с одной, и с другой стороны. Одни убивают, их убивают, так еще и не контролят. Вот когда она контролит, она же какую-то херню кидает в игроков. Вы видите, когда она что-то кидает в игроков, которых контролит? От нее летит такая, типа, белые сопли в игрока. Ну. Да там хули, духи, там, блядь. Еще так же появляются, то есть там видно заранее, где к духу появится. Да, вот она прилетает в игрока, вы отбегаете от этого игрока. Ну, не отбегайте, просто не жмите уешки. Он еще секунду стоит, блядь, прежде чем хуярить начать. Вы должны видеть, как леди кидает какую-то... Нету, неким почилить. Там офнутые люди все, 4. Неким заменить вас. Устали, что ли, или что? Я вот не устал, блядь. Мне нравится, прикольно, интересно. Военная игра. Ну, конечно, ты просто накидываешь и накидываешь по ГПшке. Блядь. Я тоже так-то от духов отбегал там. Ну, не знаю, раз 5 точно отбегал, на меня дух летел. Это понятно. Так же, а он же на всех летит, и на танков, и на хилов, на всех. Да. Блядь, даже ребята, подконтрольных типов, которые...
Я не знаю, вот тут за вас, вас за ручку не проведешь, как в комнате на Личе. Вот вы думаете, вы пришли, за вас все сделают. Там топовые ДПСеры дадут ДПС, блядь. Ладно, там люди вылетают. Просто, блядь, законтрольте, отбегите от духов. 4 друида, блядь. Мне интересно еще, как вы контролите, блядь. Я через Вудду контролю, еще на человеке метка появилась, он еще, блядь, нихуя сделать не успевает. У меня уже вихрь кастуется. Как вы контролите? Вам или мышкой выбрать, или в тап надо выбрать? Даю отчет. Погоди, погоди, блин, сейчас. Не пуляйте, или хочете, мне 2 секунды, кто-то стучится. Не пуляйте, не трогайте. Полиция. Просто. Отойдите. Как ты кастуешь, если, типа, он же союзник? Нельзя кастовать на союзника. Эй, блядь, пизду. Он законтрольный человек, которого законтролили, ну, он стоит еще 2-3 секунды, ничего не делает в контроле. Не, ну у меня либо пинг, но типа я вижу, кто законтроленный. Расскажи мне, как ты контролишь? Как ты контролишь? Ты мне расскажи, блядь. Вот что ты делаешь? В хилботе нажимаю. Ну, метка появляется, в хилботе нажимаю, все, смерть. Все, идемте. Еще раз проверка. Неожиданно. А что нажимаешь, какую кнопку? Левая кнопка мыши. Даю отчет. Просто спамьте ее заранее на свою метку назначенную, и все. Как вы смеете вступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой. Контроль секунда. Всем надо глыбы раздать как магу. СС у кого есть? 2 минуты. Дашь им имен под друид инвалиду. Мистери, сколько КД? Ой, у меня еще долго, 8 минут с половиной. Короче, в конце там скрафтишь, дашь на кого хочешь там, блядь. Хуярим трэш, контроль секунда. Не убейте, не зауешьте людей. Не убейте людей. Угу зафиряйте. Вот вихрь я не вижу на угле, нахуй. Он сейчас вас разъебет, блядь. Вот кто квадрат контроль? Не, у меня оружие снимается, не переживайте, нормально. Хорошо. Ладно. Лишний раз пиздеть не буду. Под руку. Чудо жду от вас просто, блядь, пацаны. Вот и все. Ешим трэш, контроль секунда. Сейчас законтролятся люди. Не убейте их. Кровист, синте. Кровиста кто-то хуярит. Вот вихрь стоит. Обновите вихрь по нему. Не вижу, блять. Вот, молодцы. Вот. Перед следующим трэшем до ляма бейте. Сейчас 10 секунд до трэша. Бейте 4 ляма на 8. До ляма сносите. Блять, на второй фазе просто живите, сука. Нажимайте сейвы свои личные, там, блядь, камни, хуй знает. Трэш вышел. Контроль 5 секунд. По боссу еще лям снесите. Тут кособоких. Ебаните кособоких, всю хуйню ебаните. Трэш быстрее, 800 тысяч. Все, фулл АОЕ в трэш. Кто это побежал, блядь, перевежу? Попуга контроль. Тебе проклятие, Свара. Все, по боссу переводим. Да уешите эту хуйню, переводим босса. Кособоки убить? Убейте мабатом, блядь. Сейчас переведут, убьют. 100 тысяч переводите, отойдите отсюда. Все, три маба появились новых. Вон они слева, разъебите их. И Геру давайте. Духи появились, дал мне зыбку. Ярим. Контроли раздаем. Не убейте Давакина, Акису, сука. Акису кто-то хуярит, блять. Да ебать его в рот.
А киса, кто тебя убил? Он там в Мелизоне стоит, его там вары навихряли, блядь. Вставалка есть? Да, там все, понимаешь. Нет, нет еще. Вы не видели, что мы в контроле? Синтек, Ресса и кису. В этот раз поиграешь дольше. Когда контроль, убегает леди, съебывай. Духи, бежим. На кису фулбаф. Каску, лапа, пристабаф. На пул на Лингрена. Его там даже нету в десятке, блядь. По агро, блядь. Дай там крылья, набирай агро как-то. Че нам? Блядь, пизда, блядь. Бежим. Бидон, вставалка есть? Засчитывать бидона. Дай тотем. Песа на ману. Бежим от духов. Фарлома сокру, давай. Нету. Ну, как я отдал. Короче, как по КД давайте там и все. Бежим от духов. Так, Гримзол тоже свалку давал, да? Все хорошо. Да я... блять, какого хуя. Каску, лапу, пристабав, обновите. Все, на пул Индрингвина один раз. И потом на Войда заново. Духов бежим. Контролим людей. Да сука! Контролим людей, ну дайте им фир. Пошел тут сейчас пол рейда, зубрыжен себя захиль. В леди дух. Друид инвалид, ресая на вена. Не хлопайте духов, самое главное, блядь. Равист, реса и пэса. Я в углу самого, где эти пулки были. Вставай, защитовывайся, клятву нажимай. Баба, если что, дашь на духов. Дал незыбку. Так. Равист, пэса, ресай. На пулы на воид надаем, ПКД. Пока не заберу босса. Ебать, как так нахуй? Вадикон хлопнул. Минус 3 хила, блядь. Друид инвалид стал. Равист, реснишь Вадикона. А Вадикон бидона реснишь. Давай, Равист, Вадикона найди. Похуй на все забей. Вадикона найди, ресни. Вадикон, вставай. Бежим от духов. Станет там Вадикон, нет? Вадикон, ты где там? Нету реса вроде как еще, но я не вижу. Бежим от духов, милики. Ну играем так. Синтек по Инновену Иннер. Равист по Друид Инвалиду. Бежим. Главное рарника не проебите. Пиздец. Трэш надо помочь. Ну вот тут мобы стоят, вот возле леди подвел. Их надо зауешить. Бля, синтек вылетел. Ну, вот так надо приводить под трэш. Повезло, что там духа нет. Духи возле леди. Все уже похлопали, блядь. Кто мог, кто не мог. Там не контроль, там магия ожоги души кастует. Потому что там вылетели люди все, блядь. Ложимся. Spirits. Так, что это получается? Энновен, рарник, дикона, киса, войд, лингрен. Противится моей воле.
spirits. Во тьму, вечную тьму. Я тоже когда-то с собой ходил на этого босса, ебать, я там все выключал нахуй, и рекаунт, и всю хуйню. Такая дрочь нахуй, там так лагало, блядь, как мы убили, я не знаю нахуй. Я от духов забегал заранее, блядь, на 30 метров от рейда стоял, блядь. Еще надо было контролить, блядь. Ну я так же делаю. Пиздец нахуй. Вадикон, что там, у тебя так же хуета? Но я на 2 секунды от вас отстаю. Это пиздец хуёво, блядь. Ты говоришь, через секунду выходят, у меня еще только через 3 выходят. Блядь, хули поделать, блядь. Ну не знаю, я вот смотрю по контролю, но тут почти никто не контролит. Может, Вадикона заменить на этого? На друид-инвалида. Притона взять. Притон, ты вылетаешь так же? Пока да, как видишь. Хули, блядь, значит так играем. Просто вы заранее знаете, что вас по кругу одно и то же ждет. Одна и та же хуйня. ДС, бля, не вылетает, а игра что-то дропается постоянно, блядь. Проблема в том, что на второй фазе босса вообще не бьют. Мы бегаем вторую фазу 5 минут, у босса 50% хп только снимается. Попробуйте сейчас трэш всех свечится, кто вот вообще в упор стоит, ну, к ним, кто на рейнже. И у вас будет время потом побить, если что, и босса даже. Ну это понятно, что постоянно. Надо, чтобы, сука, ноль сдохших было людей. И тогда босс убивается, блядь. ДПСа хватает. А когда, блядь, 5 тел лежит, нахуй. Конечно, мы будем бегать 5 минут, нахуй. Потому что в контроль людей ПКД берет. 5 тел лежит, это уже, блядь, пиздец. Я понимаю, одно тело, блядь, сдохло. Там рандомное вылетело, блядь. Надо просто играть и выживать. Там 15 лямов у босса останется, мы просто свичимся в босса, на трэш забиваем, и все, блядь. Все готовы, даю отчет. СС по Вадикону? Да. Имя имен по синтеку наш. Контроль секунду. Контролим людей. Трэш. Ты его что, таунтишь, что ли? Фанатик на войде, который там с диспель с него, там, гримзо, это Акисы или кто там. Чё набирать? ВНВ ночь не убили. Вообще пиздец. Жизнь подошел, мне стан въебал, блядь. За это ты его чуть не убил, да? Логично. Дерзкий, да?
Это я ему еще страх дал, чтобы он съебался. Трэш его ешим. 3 секунды контроль. Задут эти трэш. Люди в контроле будут. Сразу стопните его. Вот стопните. Сначала законтрольте. И точно трэш. А меня рога чуть не вырезал. Все, вот сейчас... Ну, он с кошем бегает, это не помогает. Да, вы сливаете всю хуйню. До ляма играем. 5 лям. Посильнее по боссу ебашьте. Трэш выйдет, еще 5 секунд по боссу побейте. 4 ляма. Сильнее по боссу хуярьте. Задотывайте максимально. Так, трэш вышел. Еще 1.5 ляма босса снесите. Да ебаный в рот ты. Да он тише его, что ли? Он на тебя постоянно бежит. Я их троих собираю. Да я не про тебя. Ну мобов-то бей, чё у босса? Мобов бейте, 200 тысяч. Это забери, рарник. Я пошел к боссу. Мобов сейчас зауешьте. До выхода еще 15 секунд есть. 100 тысяч на боссе. Вон, зауешьте в ромбике. Ну ебаните туда, ОЕ, блядь. Хули вы прыгаете просто так. Все переводим. Блядь. Синтек ресы Кримзова. Сейчас он ресница, дадим Геру. Давай Геру, фулбаф по Кримзову. Да, он не зыбку. Трэш, помогите. Совы, давакин на трэш. Побежали, бежим. Мелизон улетит, не хлопайте, сука, духов. Все, на Лингрена на пул. Давай, Лингрен, догоняй крылья и догоняй. Не убейте людей. Все, на мне 0% агра. Перемещайтесь на ту сторону, чтобы сразу ешку по духам дать, задотать их и дальше босса бить. Вы поможете людям, кто трэш бьет. Вот босс, вот вышел трэш. 3 моба, задотайте, киньте туда в залупу всякую. Дух появился. В мобах, нахуй, убейте его. О, блять, в мобах. Короче, блять, я уже заговариваюсь. Контролим, расфиряйте людей. Вадикон встал, засчитывать Вадикона. Не проебите его. Каску лапы пристабав по Вадикону. Крик на хп. Ставь тотем, бидон, пса гем на ману. На пулы на Войда. На нахуй. Сразу двух ебанули. Да. Пул рейд убил. Ложимся. Давай, хорошо, я отбежал, блядь, с мелизона. На стресс, Акиса. Молодцы, блядь. Ну ты вроде играешь, вроде все заебись, блядь. Хорошо бы эров дохуя не слили, блядь. Просто 2 милика, блядь. И минус рейд, блядь. Давайте био там только быстрее, блядь. 5 минут, идите курите там, блядь. Умойтесь там, я хуй знает. Причешитесь, блядь. Ебашек. Я ребутну комп. Да, ребутайте там всю эту хуйню. Ставьте аддоны, блядь. Макрос напишите, блядь. На контроль людей. На снятие пух напишите макрос. Спросите, блядь, у кого-нибудь. Thank you.
Я рыбу ставил, нет? Ну, с рыбом. Заходите. Мистери, Вадикон, Святос. Да, я захожу, я персонажа создал. Как назвал? Виви. Бебра надо было. А у меня пальцы, на которые первые буквы упали. На тебе думаю. Да мне пофиг, мне главное, чтоб расу качать. Чтобы расу качать, ДК бы создал сразу. А у меня ДК есть уже. Вот как раз им квесты бы сделал, да и все, я открыл бы. Что-то нафига тебе. Да, вот ДК уже есть. А удалять я его не хочу, потому что там уже 2004 есть. Так оно так у всех, Акиса, такая же хуйня. Копишь, блядь. Потом, блядь, духи появляются в толпе челиков, которые, конечно, не зависит, как бегать. Они будут от тебя никак вообще не зависеть. Ну вот первый появился прямо во мне. Я физически не мог я от него отбежать. Вообще не мог. А второй, два с двух сторон появились. Я от ближнего убегаю, а там как бы... А эти они оба... Короче, идут. Смотри, дух появляется не сразу. Вначале от босса идет луч такой в то место, где появляется дух. Потом появляется лужа, потом появляется дух. То есть там, ну, шансов увидеть его миллион примерно. Короче, это заранее надо. Вот на леди смотришь, когда бьешь. Трэш ебашишь, ты на босса тоже смотришь, да? Куда что отлетает? Не, когда ты трэш ебашишь, ты отворачиваешь. Типа всю просто арену, не смотришь на скиллы и просто как бы смотришь за лучами. Смотри, отдаляешь максимально камеру, у тебя все арены перед глазами и все. На камеру. У кого там проблемы с отдалением камеры? У Войда посмотри отдельно. У Войда стрим посмотри, какой у него камера. Я вроде не включал, сейчас включу. У меня камера около люстры, направлена вниз, я всегда смотрю за ними. Вон у Лео Ауги. Ауги, посмотрите, как камера. Да, ебашишь в мобов, ты не смотришь там на босса. Ну, смотри у Войда, вот зайди на стрим у Войда, смотри, как камера у него. Он всю комнату видит. Да не, это понятно, что ты не видишь, когда мобов там бьешь. Но духи, они известно, какой периодичностью они появляются. Они появляются каждые 10 секунд. Их 2. Это надо, получается, когда появляется дух, надо 2 секунды стопнуть, не побить, повернуть право-лево камеру и увидеть, где духи. Вот я, допустим, такой, я такой имен, стою, бью возле ромбика трэш. Такой хуяк, спиритс объявляет мне ДБМ, такой в наушнике, говорит, блять, хуяк повернул налево, смотрю возле звезды 2 зеленых духа, ага, бью дальше. Хуяк спиритс, говорит, через 10 секунд. Хуяк, смотрю возле меня... Слева, справа духи. Так я стопну ДПС и побегу, блядь. Мне вообще похуй. Вот так вот я буду съебываться. Хуяк, духи исчезли. Спирис, говорит. Смотрю, хуяк в ромбике. А это уже у звезды, блядь. Похуй. Стою, бью босса, трэш, что там есть. Ебать, и все... Но если он в тебе появляется, возможно убежать? Конечно. Да, конечно. Ты можешь даже заранее узнать, где он появляется. То есть до того, как он появился. Конечно, да, возможно. Тем более, чтобы он взорвался, он еще, по-моему, тычку должен дать. У меня вот такие два раза момента. Ну, случались. Исключения составляют, когда вас замедляет стрела от леди, и тогда вы можете еще... То есть, если вот он у вас появился, вы начали бежать, замедлила стрела, и тогда он может вас еще хлопнуть автоатакой. Ну да, но тут можно у Пала Фридом попросить, к примеру. Ну это, ну там нереально, блядь, это ну раз на миллион такие ситуации редкие. Чтобы этого избежать, это нужно заранее двигаться. Ну начались духи, вы возле босса стоите, бьете его, да, допустим. Вот я такой возле дерева стою, это босс. Спиритс, я уже побежал. Похуй в какую сторону побежал. Смотрю, если я на духа бегу, так я вообще от босса тогда лучше отбегу, блядь. Или вот, через босса. Вот стоит дерево. Вот стоит здесь. Ага. Так, ну вот, дерево это босс. Вот я звездочка такой бью. Спиритс, хуяк побежал, блядь. Смотрю, духов нету, дальше пью. Секунду проебать не страшно. Вот рейд вайпнуть это страшно, блядь. Из-за того, что мы вайпаемся на духах, мы вот здесь сидим 4 часа, блядь.
Ну а контроль, блядь. Вон Вадик, он зашел. Да, сложный босс в плане того, что надо и трэш, и контролить. Прям, да ну, дохуя всего, блядь. И на изматывание, блядь. Простите, а на Джай ничего будет? Ничего не будет. Не прощаем. В смысле, Джайна не будет? Да какая Джайна? Про видела вообще, нет? Что там произойдет? Надо эту хуйню сначала. Профессора, профессора. Какая Джайна? Тут профессор, тот, кто будет на этом трае. Профессор легче леди, нахуй. Да, немного полегче, самую малость там. Ну, блядь, я не знаю, лично мне, я просто эту всю хуйню задрачил, мне все это легко, блядь. Джайна, да, действительно, ну, очень сложный босс. На Синдре попотеть приходится, там, на Синдре главное не ебланить, скинул стаки дамажа, скинул дамаж, тоже по кругу, блядь, цикличное действие. Давакин, блядь, заебал, ты уже три фласта сожрал. На Синдре главное РДДшников побольше. На Синдре даже в обычке у нас ебланит. Ну, что я могу сказать? Ну, новички они большей части ебланят. Рарник только остался. Рарник-то тут? Он, Рарник, тут. Рарник, ты тут? Да-да-да. Еще раз проверка. Я рыбу ставил, вон, то не успел пожрать, вон она стоит. Принимайте. Ну вот этот трай убиваем, нахуй. Кто сейчас взрывает духа, блядь. Че, премию в 200 гп объявляем, да, или что? Рано пока, ладно, давайте можно этот трай. На замену. А, обнуление. Давай в 500 тогда сразу. Все, давай, дает чет. Поехали. Какая замена, блядь, никем менять. Вы же это знаете. Притон есть. Который вылетает. Да, узнать, он говорил, вылетает. Вот пока 10 секунд до контроля, трэш можно разъебать 10 раз. Помогите давить. 2 секунды до контроля. Мистери сдох, нахуй. Вот как? Не объясни, братан. Сейчас я линкану. Вот, ближний бой. Я не знаю, я стою, бью вот тут этого нового, косолапого. А мне пизда, нахуй, я хуею, нахуй. Друид инвалид, резай его. Ну ты перед лицом был. Нет, не было. Все, все, пизду, не надо, не начинайте, блядь. Вставай, фулбаф по нему. И хуярь босса. Ману резь, не хуярь. Трэш теперь хуярь. Контроль 3 секунды. Мобов задотываем. Смотрите, стопайте клиф, отходите, блядь, контроль, нахуй. Не убейте друг друга. Рывисты тут разъебывают. Контролим. Вот контролим. Святоса не разъебите. Блядь. Тотем. СС есть у вас? Значит, мистери на рависта. Имя имен на синтека дашь. Минутка будет свободная. Контроль секунда. Контролем людей. Бедная киса, блять. Трэш 5 секунд. Короче, хуярьте по боссу. Сильнее сейчас. Вот трэш выйдет, еще 10 секунд по боссу хуярьте. До ляма. По боссу похуярьте, идите. Милики потом тоже прибежите на трэш. Еще 2 ляма снесите. Надо будет переводить после этого трэша. Еще пол ляма по боссу ебашьте. Все, лям остался. По трэшу теперь. Теперь зерк трэша. И контроль сейчас будет. Вот, контрольте людей. 200 тысяч на боссе. Все, босса переведем потом. Трэш теперь добивайте, законтрольте. Друида инвалида захитьте. Пацаны, законтрольте, я чуть не отпиздился. Вадикон свято с аресой. Киса вставалку юзай. Переводим босса. Вставалка есть, Акиса? Нет.
Равис такие суресы. Это РДД моб, убейте его, пожалуйста. Геру фулл ДПС. Мобов добейте. Скелет, который с той стороны, РДД. Контролем людей в мелизоне не убейте. Сову законтрольте, обновите по ней эфир какой-то, какую-то хуйню. На Лингрена на пул, Лингрен крылья там набирай. Сейчас положи. Духи так бежим. Два духа возле Лени, уходим. Все на пул и на Лингрена. Блять, Ферла лежит. Синтек. Рес и Ферла. Ферла больше не падай. Фулл баф по Ферла. Ману себе ресы. Бежим возле леди дух. Бежим, милики, блядь. Прошлый вайп помните? Бежим. Спирита не убейте. Убили нахуй. Молодцы, блядь. Пизда, уе идет нахуй. Вообще похуй, да? Квест и спирит лежат нахуй. Играем. Минус 2 пока что. Следующий на пулы на войда. Духи бежим. Пиздец, блин. Духи бежим. Трэш, помогите возле леди рядом. Задотайте, убейте. Контролем людей. На пулы на войда. Сука. Охуею, блядь. Ёбаный в рот, нахуй. Мистери, блядь. Я не взрывал. А кто я взрывал, блядь? Я вот тут стоял, со мной не было. Да всё, всё. Не надо, блядь. Так Дон написал, значит, ты взрывал. Так не было со мной духа. Я вот тут стоял, а дух прилетел вообще именно где звездочка была. Кто последний, тот это. А дайте иннер по фарлу. Дай ровист, иннер. Синтек по миловице, его дикон еще по фарлу закинул. Да, все ложись. Ложитесь. Это хуета. Один дух хлопнул. И людей убили в контроле, блять. Не знаю, нахуй, как с вами быть, нахуй. Так. Где там полученный урон? Мстительная тень, атака ближнего боя. Мистери, братан, ты взорвал духа. Даже еще перепроверил. Бля, я тогда не знаю, как я его не увидел. Просто, ну не было. Как-то не увидел, ну так вот, просто не увидел. Я не знаю, что с контролями. У меня была, не переживай. Не знаю, что с контролями делать. Я, ну какие предложения у кого есть? Может у кого-то есть БДК, я зайду на сову по контролю, блядь. Может что-то почилить хочет, блядь. Биг Дэм, ты, наверное, на БДК хочешь пойти, да? Да нет, конечно, не хочу. А чё так? Вот мне вообще интересно, вообще вот в гильдии, блядь, вот есть хилы, да, и танки. Вот там Рарник, блядь, он шем собрал, он танчит. Холи Дринг тоже, он хороший ретрик и танчит. Вот пацаны берут ответственность на себя, блядь. Ну, я танчу, потому что, блядь, просто нету ДК, нету людей ответственных, которые, блядь, будут нажимать там ЛПшки, всю эту хуйню прожимать, вот рыба стоит. А, кстати, нам 6 хилов тут точно надо. А что у нас их 6? Блядь, Брожин все это время в хиле был. Ну, простите, ваша я не замечаю здесь 6 хилов. Вот вообще, от слова совсем. Так ты не замечаешь, потому что их 6. Ну, типа, они стоят и не хилят им. Ну, некого хилить, нечего хилить. Потому что их слишком много. Слушай, ну как бы это не первая 25-ка, в которой я хилю далеко. И ты обычно, и обычно я... на леди 6 хилов, да, стоит. То я на леди в 4 хила закрывается. Спокойно. 4 хила, да, закрывается. Давай. А ты зачем? Давай я этот. Друид инвалид, давай в сову. Посмотрю на твою сову. И Зубражин, давай, блядь, 4 будем играть. Зубражин, давай в этого, нахуй, как он называется. Оставь его хилом. Думаешь? 4 не справится. Уверена, он хилит. Ну да, судя по рекаунту, он хилит. Бидон слабенький.
И друида лучше оставь ходками, одного из хулипалов спикни в ретрик. Ой, у тебя идея одна лучше другой, да хуже будет с ретриком с ихним. Да чем хуже-то будет? Да тем, что там, ретрик, блядь... нормально УЕ дает, он нормально будет быстро заливать трэш. Давайте приступим. Не идея, а так, когда трэш выходит, милики разбежались, залили трэш, и ДД бьют босса, все. Я хуй знаю, блядь. Фарла сдохнет, как обычно он вздыхает, и сдохнет рарник сразу. Ты знаешь, как я сейчас сдох? Его кто-то одной тычкой уложил. Мне мистер дал 46 тысяч, блядь, хаусболтом. Я как должен это пережить? Это не мой косяк, это косяк, блядь, тех, кто не законтролил его. Что он успел, блядь, два коста в меня дать. С контролями огромные проблемы. Расскажите мне, пожалуйста, давайте будем учиться контролить.